Всем привет! Продолжаем рубрику мини-распаковочки. Поднакопилось, подсобралось немножко посылочек. И сегодня они хотят представить вашему и моему обзору. Очень интересные вещицы. Давно ждали. Посылки что-то зависли где-то. Но вроде потихонечку пришли. Так, начнем, значит. Начнем прям по порядочку. Что будет, то и будем скрывать. Ничего не знаю, не смотрел даже эти, что именно пришло. Вскрываем, смотрим, обсуждаем. Так, первая посылочка. Так, это мотор. Это мотор. Мотор с редуктором. На картинке был без проводов, просто моторчик. Проводочки, хорошее дополнение. Так, смотрим. Мотор-редуктор 180 класса. Проводочки для пайки, либо прям можно подключать к электронике, у кого как сделано. Моторчики взял для теста, так же как и те N20. Посмотреть, значит, какие обороты выдает редуктор. Но вообще там было порядка, наверное, 380. Но это я еще точно посмотрю, и когда будем его с вами устанавливать, обсудим. Взял я их на проект МАК, самосвал. И вот такие вот моторы будут крутить у нас каждое колесо. Вот взял пока только две штучки. Вот один пришел, но надеюсь, наверное, в этой куче и второй. Вот. И посмотрим, как будут тянуть и какая мощность. Но уже они такие увесистые. Так что, я думаю, будет все классно. Плюс центр тяжести будет ниже от этих моторов, и машина будет менее подвержена опрокидыванию. Так, ну ладно, поехали дальше. Вот что-то опять круглое, походу это второй моторчик и есть. Да, все верно. Это тот же самый мотор. Сюда стопочку, мусор в кучку. Следующий. Всегда боюсь, открывая, не прорезать то, что там приведет. Так, смотрите. Это приемничек для аппаратуры FlySky. У меня такой уже есть с аппаратурой. Заказал второй с сайта GearBest. Долго не отправляли. Но как прямо отправка началась отслеживаться, прям быстренько пришло там в течение недели. Но в итоге все равно получилось целый месяц, потому что очень долго тянул продавец с отправкой. Заказал второй, чтобы использовать аппаратуру на нескольких моделях. Потому что аппаратура хорошая, трехканальная, с настроечками со всякими. Вот. И чтобы не переставлять постоянно, сразу подключу на несколько моделей. Так. Теперь их у меня два. Давно хотел, да все, что-то не решался. Теперь заказал, теперь есть. Так, поехали дальше. Так, пришел. Пришел кабель для телефона. Кабель заказывал жене, чтобы она так часто не дергала с розетки его на магните. Гнездо всегда стоит. Сломать не сломаем. Ну, посмотрим, как будет заряжать, как будет служить. Специфическая такая вещь. Но, в принципе, неодимовый магнит держит крепко. Земля хорошая, через него идет. Центральная жила хорошо так тоже выполнена. И прилипает прям так неплохо. Двухметровый кабель, стяжечка. Ну, фирма так неплохо сделана, смотрите. Торк, топк. И какая-то еще ихняя визиточка.
какое-то приложение у них есть. Непонятно для чего. Ну ладно, протестим. Ну так вроде неплохо. Веревочкой обтянуто, неплохо сделано. Неожиданно от китайцев за 100 рублей. А это ориентировочная цена на него. Не помню, почем брал. Так, долгожданная коробочка. Заказывал друг. Очень долго тоже отправляли. В итоге отправка прошла через Казахстан. Очень долго ждали. Офигенная красная коробочка. Показано, каким цветом та вещь, которая в ней лежит. На китайском и на английском написано. А, не буду читать, пизду, потом вырежу. Беспроводные наушники. Офигеть. Упаковку, конечно, упаковку китайцы денег не пожалели. Но и наушнички не бюджетненькие, можно сказать. Конечно, не AirPods, но все же. Смотрите, какая коробочка, в которой они хранятся. Сюда мы подводим зарядку и будем наблюдать. Только не пойму, тут экран, что ли? Или просто глянцевая поверхность? Сейчас будем с вами смотреть. Вот такая вот коробочка, в ней наушнички. Дожили. Так, смотрим, что у нас здесь по комплектации. Восклицательный знак «Не лезь, убьет». Шутка, конечно. Инструкция на китайском и на английском. Я думаю, никому не интересная. Но все равно пока выбрасывать не буду. Мало ли там какой-нибудь код, пароль к подключению. То мы любим все распаковать, выкинуть, а потом искать пароли. Так, ну и что здесь? Переходнички под разные ушки и зарядочка для компьютера. Ну, стандартный набор. Насадочки такие хорошие, мягенькие, силиконовые. И третий, скорее всего, вид на них надет уже. Быстренько сейчас мы с вами их посмотрим. А потом немножко мы ими попользуемся, послушаем и сделаем уже честный отзыв. Ну что тут у нас? Да, как я и думал, это просто глянцевая такая поверхность для дизайна сделана. Вот. Такие ножички есть. Вот так как бы будет стоять. И открываем. Оба-на. Ну ничего, так четенько сделано. Вообще, посмотрите. Оп. Оп. Классно, конечно. Сделано очень шикарно. Я потом приложу фотографии. Потому что качество шикарное. Вот такой маленький ух. Кнопочкой ответа. Кстати, отвечать можно на любом наушнике. Я так понимаю, можно использовать два наушника. Смотрите, у них гнездо зарядки так интересно сделано. Просто кладешь, и они будут заряжаться. Вот идет индикация. А сзади светится гнездо для зарядки. Соответственно, я так думаю, когда мы поставим кабель, они будут, она будет или красным, или синим мигать. Ну и все. В принципе, ушки. Коробочка не разбирается. Вот так вот это все дело выглядит. Послушаем, затестим и дадим честный обзор. Честный отзыв. Прям поставили. Они включились. Нажали кнопочку, они выключились. Я так понимаю, что включение происходит
Включение происходит только из коробочки. Вы когда собираетесь уходить, достали их из коробочки, включили. Без коробочки вы их не включите. Только отвечать можно. И проверим, можно ли использовать только один, как гарнитуру. Потому что для микрофона отверстие есть в каждом. Так, ну все, вот так вот бегло мы их посмотрели. Фотографии еще я вам приложу. Продолжим дальше. Так, следующая коробочка. Такую коробочку я уже вскрывал. Это с сайта Banggood, я так понимаю, потому что у них все приходит, и они их перепаковывают в России. Для чего? Непонятно. Чтоб по России, может быть, не потерялось, не знаю. Ладно, вскрываем. Так. Смотрите, здесь у нас с вами вот в таком интересном пакетике. Не знаю. Смотрите, в вакуумном такой, влагозащитном, не знаю почему. Вот такие вот велоперчатки. Смотрите, чем они хороши. Они еще утягивают по кисти. Это очень хорошо, потому что кисть очень бывает иногда плохо поворачивается, и можно ее повредить. Офигенно, смотрите, здесь уплотнение, типа гелевого такое, под пальцами, вообще супер. Вот так вот это дело выглядит. Классное. Я доволен. Вот такой он. Вот он полностью прозрачный. Взял его, чтобы печатать стекляшечки на фары. Вот. Ну и возможно, может быть, какие-то сложные стекла. Не знаю. Попробуем. Ни разу дел с СБС пластиком не имел. Вроде как говорят, что печатается точно так же, как АБС. Вот. Так что посмотрим. В принципе, данных никаких нет, но на сайте у них полностью все написано. Вот такой вот беглый обзорчик, беглая распаковочка. Если кого-то что-то заинтересовало, вы пишите, я скину ссылки, расскажу, как, чего. Может быть, даже быстрее, чем выйдет обзор там определенный. Вот, так что обращайтесь. Вот, стараемся заказывать то, чем пользуемся, а не как многие обзорщики заказали, распаковали, и все это дело не пойми куда ушло. Денежек заработали на этом. Это все заказывается для себя. Вот, все это дело лежит здесь. Вот, все дело это используется. Вот, так что дальнейшая жизнь того, чего распаковываем, она находится в своих руках. Поэтому спрашивайте обзор, спрашивайте отзывы. Вот, после определенного времени использования дадим честный, стоит ли заказывать, не стоит. Ну все, всем спасибо за просмотр. Пока.